Масштабная зачистка коррупционеров и оборотней в России набирает обороты. Так, на этой неделе в Самаре были задержаны руководитель департамента градостроительства Самары Василий Чернов и его брат по делу о получении крупной взятки. Чиновник через своего брата-посредника требовал от предпринимателей колоссальной суммы, чтобы завысить размер компенсации из бюджетных средств. Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ. На текущий момент продолжаются обыски и выявляются другие причастные к данной схеме лица. Радостные новости пришли из Санкт-Петербурга, где сотрудники правоохранительных органов за взятку в особо крупном размере задержали с поличным заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова. По данным следствия, чиновник, курируя по должности ЖКХ и строительства в районе, требовал взятки от владельцев за общее покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами. Сейчас решается вопрос о предъявлении коррупционеру обвинений и избрании меры пресечения. Также силовики взялись за отлов коррупционеров, бежавших из России. Так, бывший начальник отделения по борьбе с преступлениями в банковском секторе Николай Баглаев, который получил взятки почти в 100 миллионов рублей, был депортирован из Венгрии и доставлен в Брянск, где его приговорили к 6,5 годам колонии общего режима, лишили звания майора полиции и запретили ему занимать должности на госслужбе. Мы надеемся, что борьба с коррупционерами будет только набирать обороты. Со своей стороны, редакция «Момента истины» продолжает принимать обращения граждан. Если вы столкнулись с проблемами, вымогательством или любым другим произволом, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.